И снова всем привет! Продолжаем проходить бумажную дуэль, события, и начнем мы, конечно же, с испытаний вот этих, которые здесь доступны, а после мы обязательно влетим в онлайн побоище. Золотое испытание, давайте начнем. Для галочки надо пройти, надо понять вообще, зачем это нужно здесь. Мне интересно, за это дают хоть что-нибудь? О, офигеть! Понятно, это Блейд! В смысле, это и был не Блейд, конечно, но... Ой, как интересно за этим следить. Так, ну слушайте, ну тут надо, конечно, поаккуратнее все. У нас время-то не идет, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, у нас проблемы. Да, а, тут киви же нужно. Киви. Надо было птицу поменять. А, или мы можем поменять птицу, или не можем. Я не знаю, как там работает. В этих испытаниях, если доступно, то надо менять. Нет, слушайте, это прям вообще жесть какая-то. В чем я ошибся? Объясните. Ой, ё-моё. Так, ладно, давайте думать. Я бы, конечно, киви ударил бы. Поехали. Не забываем, что у нас фишка на киви. Надеюсь, эта бомбочка не упадет никуда. Да, спасибо тебе большое. Ну, мы прям на грани, если что. Я бы на киви пошел бы опять. Птица все-таки, она должна нам помочь. Раунд завершен. Мы, кстати, одолели. Собрать полное. Надо было птицу менять. Ладно, в следующий раз поменяем. Смотрите, половина хп, кстати, осталось. Так. Эффекты поля. А как мне птицу-то поменять? Заранее надо было это делать, да? Ну, теперь опять в скиви играть, ребят, придется, а? Ну, ладно. Вау, хочу. Бомба. Так, о, да, хорошо, ребят, спасибо большое. Так, ну здесь вопрос, на самом деле. Можно и бананчики еще залепить, но тут подает бананов тут меньше, да? Или нет, погодите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да. Да, бананы, пусть будут бананы тогда. Так, ну здесь... Вот так вот. Работаем с киви. Ай, там такая была классная вещь. А вот здесь я проиграл, да, смотрите. Ай-яй-яй, что за... Что это за жесть, объясните мне. Птицу надо было другую ставить. Как? Если следующий раз. Что? Я не думал, что здесь будет так сложно. Ну все, теперь не будем спешить тогда, окей. Я тебя понял. Так. Да я вижу подсказку, вижу. Мне надо подумать, может здесь есть альтернативные пути. Ладно, видимо, нет. О, они падают вниз. Ой, надо было... Погодите, а вот эта штука не работает? А, ну это не бомбочки, это не бомбочки. Ну как они это делают, алло? Почему у тебя опять очков больше, чем у меня? А, у меня зато 8 ходов. А, вот так вот, держись. Все, конец тебе. Ну ладно, хотя бы здесь победа будет. Ой, так, киви у нас нет, поехали. Нет, она прям реально сопротивляется, вы посмотрите, а? Вот если мне эти дополнительные ходы, конечно. Надо одолеть ее. Чего бы мне это не стоило.
Киви, киви, подожди, подожди. Бананы, да, ладно, хорошо, пусть будут бананы. Киви. Давай. О, 5 киви. Да, бомбочка там была. Ай. Ну смотрите, мы все равно одолели. Вот это я понимаю, реальные схватки, хорошие схватки, где надо реально быть аккуратным. Пташку ничто не остановит. Ладно, гоу следующее. Погоди, а можно тут хотя бы птицу поменять? Конечно, видите, у меня киви стоит. За каждые 7 уничтоженных черник бомбочка появляется. Здесь за клубники уничтоженных, да, появляется, короче... Давайте... О, кстати, а что нам мешает? Давайте просто менять их по случаю. Сейчас у нас... Да, я хочу ее поменять. А как мне ее поставить-то? Она стоит уже, нет? А почему так она... Хочу зафиксировать, алло! А что она не фиксируется-то? Я не знаю, что она не фиксируется. Может, здесь нельзя так делать? Так, погоди. Это вообще без понятия. Ладно, может быть, здесь в этом смысла никакого нет. А может быть, птицы должны быть свои, да? Ну, короче, да, тут, видимо, выбирать птиц нельзя. Ладно, пусть будет так. Поехали. Ой, ой-ой-ой-ой. Да, менять, видимо, птиц нельзя. Погоди, что это за безобразие? Вы что, прикалываетесь, что ли? А если я вот так вот сделаю? А, и так не работает, я понял. Ну, я хотел тестить, ребят, хотел потестить. Я, в принципе, потестил, спасибо. Черника нужна, ребят. Давай. Бомбочка есть. Еще. Ой, как хорошо. Ну что, клубника? Да, клубника. Ой, ой, упашу. Давай, давай. Но что-то мне не нравится то, что у них там... 166 уже. Это вообще честно? Алло. Ну, это не честно, ребят. Ну, ну как так, а? Ну как? Мы же старались. При этом очень хорошие заходы были. Может, здесь все подстроено, а? Эти автоматы, ребят, никогда не играйте в автоматы, а? Полное жульничество. Че, сюда вот так вот, да? Ну, давай, ладно. Бомбочки, ребят, с бомбочки. Бомбочки. Пошло дело, черники больше, больше. О, я не знаю, что сейчас было. Но главное, чтобы ходы. Вот если ходы дополнительные будут, вот тогда будет хорошо. Там-та-дам, вот так вот, с файлем. Эти птакс. Бананы, черника. Не, я на чернику, спасибо. Все, что есть, это только черника. О! Погоди, вот здесь надо подумать. Бананчики у нас... Так, может быть, реально в бананы ударить? Ну ладно, пусть будут бананы. Главное, чтобы я сейчас ошибку не сделал свою. Есть! У нас 4 хода есть. Главное теперь не ошибиться. Клубника. И у нас опять, смотрите, ну прям на грани опять. Ну как так-то? Бананы не хочу, киви, в принципе... А, ну киви нет, клубники тоже, ну дайте вот сюда.
Ну, они что? Они хотят, чтобы я тут... Последний бой был самый сложный, что ли? Ну, смотрите, 60 и 55. Здесь я могу, кстати, уже проиграть, ребят. Я не знаю, тут какая-то жесть творится. Но безумно интересно все равно. Переживаешь, переживаешь. Но тут есть дополнительные фишки. Да-да-да-да-да. Знаю, знаю, ну знаю. Ну чё вы мучаете меня? Мне нужно вот эти штуки взять в первую очередь. Да и черника тоже нужна. Капец. Что творится вообще? Здесь-то каким образом мне что-то сделать? Дайте бомбочку. Мне бомбочка нужна, просто бомбочка. Вниз, 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 вверх. Отлично. О, ну это не та бомба, о которой я мечтал. Ну ладно, поехали так. Так, ладно, будем думать. У нас киви тут есть. Киви неинтересно, а вот клубника поинтереснее будет. Та-да-дам. Так, черника, ребят, черника, поехали. Последний ход. Ну, победили, нет, скажите. 62, по идее, да. По-моему, здесь это все специально подстроено. Несправедливо. Ладно, поехали дальше. Знаем, что птицу менять нельзя, поэтому просто летим сюда. Сэмуэль. Ну, поехали. Серьезная схватка. Как в Геншине. Так, раньше были дружеские дуэли, теперь вот он. Воу! Ну, кстати, я чувствую, что в этот раз мы должны проиграть, как я понимаю. А, тут клубника. Все, погоди. Клубника, ребят, клубника. Нет, я не хочу этого делать. Я хочу клубнику взорвать. Что вы хотите от меня? Ладно. А, может, это и к лучшему, кстати, было. Офигеть, там понеслось. Что творится, я не понял. Что происходит, алло? Это как это? Подстава, что ли? Я клубнику... А, о, нет, надо было... А, я вспомнил, вот эти две соединять, две соединять. Да, ребят, тут надо было две соединять, короче. Это ошибка, моя ошибка. Клубничку уже нельзя, только если киви. Ну ладно, пусть будет так. Ой. Да, клубника. Да тут на грани опять. Надо подумать. Ну тут, в принципе... Ну ладно, давайте так. Кстати, неплохо. Но мы не убиваем ее, да? То есть, а следующий раунд будет специально проигран, да, нами? Возможности она никакой не будет. Ну, слушайте, ну прикольно. Прикольно они сделали. События вообще офигенные. Я жду не дождусь, на самом деле, онлайн-встреч. Там, скорее всего, будет у нас определенное время на ход. Это, ну, по крайней мере, это было красиво. Это минимум. Минимум это было реально красиво, ребят. Так. Бананы. Бананы, бананы. Нет, нет. Что я делаю-то? Остановите меня, я вот от ошибки допускаю. Нам клубника нужна. Есть клубника еще? Вот сюда, если только. Ну тут сюда не подойдет. А, погоди, а как оно работает? А, так можно было их что, соединять, что ли?
Погоди, серьезно? Нет, так не работает. А если они рядом стоят, да, я понял. Если они рядом стоят, то можно. Ну ладно, бананы. Ну, бананы. Ух ты, прям тут на грани, смотрите. Но я не смогу победить опять ее, да? А вот если вот так вот сделаю, оно же будет работать? Даже если вот так вот сделаю, скорее всего, тоже, да? Не, ну слушайте, победили, что ли? Оу, есть. Поехали, лазерное испытание. Милота для всех. Так, баночки. Баночки, ребят, сейчас нам предстоит реально хорошо поработать с бананами. Начало уже неплохое. Еще бананы сюда, да? Отлично. Ой, как мне эти штуки-то все разломать? Как мне их разломать-то? Невозможно. Я пока туда дойду, там уже все закончится. Ну и тут. Ну ладно, может это и к лучшему. Ладно, давай так. Окей, бананы. Работаем. Я вот это хочу взять. Видите, тут есть два хода дополнительных, а мне для этого надо пробить их как-то. Как же мне их пробить-то? Ладно. Но это же... Я сейчас все упущу, все свои шансы. На тебе. О! Получилось? Офигеть! А я бы сделал бы сейчас бы как советовали бы, вообще-то ничего не получилось бы. Нет, сюда я не хочу идти. Давайте по-своему думать. Вот так вот. Вау. Идеально. Офигеть, что я натворил, круто. Бананы, поехали. По какой причине у меня птица не двигается? Это что за... А, вот сейчас подсчет был. Понял. Так, ну у нас, в принципе, вариантов никаких не остается, да, теперь? Да. Бой сложный. Не сдается эта дамочка. Ладно. Слушайте, как интересно-то. Одиннадцать у нас против 9, это уже приятно, как минимум. Так, вот сюда вот эту штуку мне надо взять как-то. Да, вот так вот. Есть, плюс ход, ребят. Больше бананов, больше счастья. Так, мне буду сюда как-то добраться, не знаю как только. Так, давай. Бананы. Да. О, идеально, бананы. Почему? Так, вот эту штуку надо взять. Ход нам нужен. Да, в принципе, мы можем победить таким методом, я чувствую. Вау. Мне бы до бомбы дойти, 6 ходов, чтобы до бомбы дойти. Но это просто уже... О! Да, работаем. Супер, мега, классно! Бомба появилась, офигеть. Остановите! Бомбой воспользоваться дайте. Она, кстати, не исчезает, смотрите, прикольно. Ладно, поехали. Вот тут две бомбы.
А если мы соединим их теперь? А? Ну, ей точно конец, вы посмотрите на это чудо. Там можно прям уже даже не стараться. Так, нет, бананы. Раунд завершен. И это финал, реально. 260 вуз. Я понимаю, хорошо постарались. Так, галочки стоят, ребят. Финальное испытание, поехали. Госпожа добрая Яшма. Да. Да, ну ладно. Видимо, вот эти бомбочки соединить, да, теперь? Не знаю, как это... Ладно, понял. Так, у нас 12 ходов, кстати, у нас плюс. Это уже неплохо. Здесь нам персики эти надо уничтожать. О, я считаю, это лучший вариант. Так, здесь... Ну да. Да какие киви, я вас умоляю. Так, а как эта штука-то работает? Я забыл, на самом деле. Что с бананами-то делать? Мне бы вот это взорвать бы, да? Интересно. Нет, вот так вот сделаем. Ситуация меняется моментально. А у нас есть еще 4 хода, друг мой. Это просто замечательно. Так, еще 2 хода, и мы, кстати, даже очень хорошо вам пока что идем. Ай, ну тут уже все, да? Ай. Бомба там была, да? А бомбу... ладно. Она, по-моему, создана была уже после моего хода. Так, добрая Яшма. У нас будет третий... А, это только второй раунд, понял тебя. Надеюсь, и победить тебя здесь тоже быстро, моментально. Так, с какой начнем? С этой... Да, в принципе, без разницы. Так, о, эти бомбы взорвутся. Хорошо. Пошло дело. Вы же понимаете, что можно так бабахнуть. А потом еще и так вот. Еще. Так, погоди. Что вообще происходит здесь, а? Бананы, вижу бананы. Буду еще опять бананы, скорее всего. Ну, подожди, ну тут на самом деле можно же так сделать. Это было бы намного интереснее. Ну, все, да. Так, клубника нам советует клубнику, тут можно персиков взять. Все, дайте персики, ребят. Это же персики, но я могу ошибаться, конечно. Но они, мне кажется, в приоритете. Ну, зачем мне вот это брать, например? Если я могу сделать вот так вот. Ай, ну там чуть-чуть осталось. Ну, понял. Ладно, хорошо. Но мы победили же, да? 19 всего. Всего 19. Офигеть, у нее еще 4 хп осталось. Что? Время DLC. У меня пока 100 хп. Чё ты мне говоришь, что? Ой. Пэмс. Так, ладно, понял, это не годится. Слишком просто. Так, клубника, банан, ребят. Ну почему не... Ай, ладно, не надо было это делать. Надо было... Ну, хотя...
хотя лучше. Хотя уже, в принципе, что ты сделаешь. Так, вот это интересно. А нет, тихо, я заметил. Так, погоди, нет. Опять поменялось. Так, еще раз. Не то, не хочу, а вот это хочу. Так, бананы, опять бананы. Как мне пробить-то здесь-то все? Сколько? 243! Она про это, что ли, говорила? Это же бессмыслица. Да вообще. Офигеть. Что? Вы издеваетесь, что ли? Это они специально? Специально, что ли? Да тут все подстроено. Алло. Как она это сделала? Что? В смысле? Когда хп игрока достигает нуля, он оказывается на краю гибели. Когда он получает еще один... А, так ну специально сделали, да? Жесть. Полное безобразие. Ну тут ходов-то осталось-то, я не знаю. Тут все очень грустно. Что вы хотите от меня? Тут реально я ничего не могу сделать. Это какая-то жесть. Так, все, погоди. Персики эти нужны теперь. Максималку на персики. Так, бомбочек никаких не будет, зато персики есть. Клубника, бамс. И опять у него 138, посмотрите на эту дичь. А, нормально, типа. У меня еще ход остается, кстати. Ну ладно. Но это было подстроено, я вас уверяю. Так и должно было произойти специально, чтобы, видимо, мне показали, как это работает. В онлайн-встречах, скорее всего, даже так и будет, на самом деле. Так, галочки везде стоят, мне кучу достижений дают. Давайте посмотрим по временным наградам. Тут мы, кстати, завершили полностью, это прекрасно. И остается теперь очки совместного режима. Это обязательно, ребят, в отдельном видео. Я буду сидеть и до посинения играть, пока не заберу 8000 очков. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца. И обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Пока.